2 ноября 1963 года. Американский город Даллас в богоспасаемом штате Техас. И один из могущественнейших людей Америки. Карлсон Лафайет Хан. Но какая связь, спросите вы, между 22 ноября 1963 года, когда среди бела дня на глазах у тысяч людей был застрелен Джон Фицджеральд Кеннеди и техасским миллиардером Гарольдом Хантом? Почему наш сегодняшний очерк я начинаю, сталкивая этих двух деятелей? Для этого есть у меня основания самые веские. 7-й год пошел после того, как был убит 35-й президент Соединенных Штатов Америки. За это время вышли из печати десятки книг, опубликованы сотни статей, произнесены тысячи речей, но истина пока от этого стала недостаточно ясной. Если честно говорить, не очень прояснило дело и официальное расследование, осуществленная специально назначенной президентом Джонсоном комиссией под руководством верховного судьи Эрла Уоррена. Вот у меня здесь толстый фолиант, в котором изложен доклад комиссии Уоррена. Официально он называется «Отчет комиссии, назначенной президентом для расследования дела об убийстве президента Кеннеди». 820 страниц убористого текста, диаграммы, схемы, протоколы допросов. Но, несмотря на весь респект государственной власти, который должен был, по идее, подкрепить весомость и убедительность, достоверность официально принятой версии о том, что президент был убит одиночкой, маньяком, и никакого заговора не было и в помине, версия эта вызвало во всем мире очень большие сомнения. Многие исследователи нашли в этом докладе многочисленные изъяны, несведенные концы, темные, необъясненные обстоятельства. Ну, среди других исследователей занимался этим делом и я. Знакомился с большим количеством документов, побывал в Далласе, Хьюстоне, Новом Орлеане, встречался и с очевидцами, и с людьми, имевшими отношение к этому расследованию. И хотя вот в этом докладе имя Гарольда Ханта и не поминается, когда я знакомился с этим делом, передо мной вставала все отчетливее фигура Гарольда Ханта, обладателя второго по величине личного капитала в Соединенных Штатах Америки и носителя титула «Самый
страшный человек в Америке. Кстати, титул этот он тоже получил не без связи с далласским преступлением. Недавно, когда я находился в Новом Орлеане, мне довелось встретиться и беседовать с Джимом Гаррисоном, прокурором орлеанским, который был среди тех, кого не убедили официальные материалы, который вел свое расследование. Гаррисон серьезно относится к версии о том, что Хант мог быть одной из ключевых фигур и пружин против заговора Кеннеди. Что мог иметь миллиардер Гарольд Хант против миллиардера, сына миллиардера Джона Кеннеди, возглавившего в начале 60-х годов американское государство? Почему, когда Джон Кеннеди бывал доволен, Гарольду Ханту бывало невесело? А когда плакали Кеннеди, Хант веселился. В последующих очерках я попытаюсь ответить на этот и на другие вопросы, связанные с борьбой за деньги, за власть, происходящую в мире, где царит доллар, рассказать, как и почему переплелись пути миллиардеров Кеннеди и Ханта. А сегодня давайте попробуем разобраться, откуда взялся этот самый Хант и его богатство. Мне уже доводилось в очерках этого цикла говорить о модной сказочке буржуазной пропаганды, утверждающей, что трудолюбие и талант – это путь к богатству и процветанию в Америке. В последние годы прибавилось еще одно к этой сказочке. Утверждают, что владельцы крупнейших состояний – это специалисты, либо крупные финансисты, либо инженеры, во всяком случае специалисты в той области, в которой они процвели. Ну, смысл такой мифологии совершенно очевиден. Дескать, путь к богатству, богатству, которое может достигнуть каждый, не в устранении системы эксплуатации человека человеком, не в установлении более справедливого социального строя. И каждый одаренный и трудолюбивый человек может и без классовой борьбы достигнуть благополучия. А если миллионы и миллионы людей в Америке бедствуют, то либо они, так сказать, нетрудолюбивы, либо час их еще не пришел. И надо сказать, что многие в Америке пока клюют на эту незамысловатую удочку. Между тем, история возникновения хантовского состояния размером в 1 200 000 000 долларов, будь о ней в Америке широко известно, заставило бы призадуматься многих легковерных. Здесь, на окраине Далласа, живет обладатель одного из крупнейших состояний Америки. Ни трудолюбия, ни каких-либо особых талантов за Хантом не числится. А история возникновения этого второго по величине не акционерного, а лично принадлежащего капитала весьма и весьма показательна. Оно возникло за карточным столом. Нет, это не метафора, не преувеличение, а что называется научно точная констатация факта. В течение нескольких лет, в начале века, Хант был профессиональным карточным игроком, хорошо известным во всех притонах Юга Америки. Закончив всего 4 класса и убоявшись бездны премудрости, он решил зарабатывать на жизнь с помощью колоды карт, преуспев в этом изрядно, о чем сам с превеликой гордостью сообщает в своей автобиографии. При этом, правда, он умалчивает, что неоднократно бывал бит за шулерство. Но это, что уже, что говорится, как называется, мелкие подробности. Когда сегодня заходит речь о карточной игре, Хант буквально загорается. Он берет в руки колоду карт, и по одному тому, как он это делает, видишь профессионала. И неуловимым движением он перетасовывает колоду и с нескрываемой гордостью изрекает: «Я лучший игрок в покер в этой стране!» В конце 20-х годов Хант подвязался в игорном доме под названием Эльдорадо в штате Аризона. Однажды его партнер по покеру, спустив все, что при нем было, поставил на кон свое последнее достояние — нефтяную скважину. Поставил
и проиграл. И по сей день Тхант благоговеет перед этой примитивной, выигранной им карты скважиной, положившей начало одной из крупнейших нефтяных империй капиталистического мира. Империя эта началась в игорном доме. Таланты, если не иметь в виду шулерских, были здесь ни при чем. Знания тоже. Какие там знания у едва осилившего начальную школу, делающего десяток орфографических ошибок в двух написанных им фразах Ханта. Сам он говорит об этом с трогательным простодушием. Нет, я не учился в средней школе. Я и в начальной школе не учился. Образование, возможно, и служит самоусовершенствованию, но, безусловно, является помехой для делания денег. Сменив зеленое сукно карточных столов на выжженные прерии Техаса, Хан, собственно говоря, вел все ту же игру, он только увеличил ставки. В течение многих лет южный штат страны Техас был известен как отсталый скотоводческий, где пастухи-ковбои гоняли огромные стада, принадлежавшие всего нескольким крупным помещикам. Но вот в начале 30-х годов в восточном Техасе были обнаружены признаки большой нефти. Черная лихорадка тех дней была пострашнее знаменитой, описанной Джеком Лондоном, золотой лихорадки в Клондайке. Десятки тысяч людей ринулись на юг в погоне за призраком богатства. Но погоня за американскими призраками – штука не только бесполезная, но и опасная. Голод, болезни, гибель от пули конкурента стали уделом тысяч. Разбогатели единицы. Хант был одним из немногих. Очень немногих. Здесь, на тихих зеленых улицах Далласа, наиболее техасского из того, что есть в Техасе, как утверждают далласцы, в богатых виллах обосновались эти немногие. Густую черную жидкость, которую качают из техасских недр, они превращают в поток золота для себя. Присвоив то, что им не принадлежит, они за один день проживают больше, чем зарабатывают за год. Те, кто добывают нефть, здесь, в Техасе, особенно видны социальные контрасты Америки. Богатые здесь особенно богаты. Бедные бедны да нельзя. На техасской нефти взросла новая группа американских миллионеров. Особенно алчная, особенно агрессивная, злобная и реакционная. Самый богатый среди богатых Техас, самый агрессивный, самый злобный и реакционный он, Гарольд Лафайет Хант. Хант Ойл Компани, так называется принадлежащая лично Ханту, огромная нефтяная компания. Ну, есть в Америке и более крупные нефтяные концерны, к примеру, рокфеллеровская Standard Oil. Но контроль над ней делят несколько могущественных групп. Хант же единолично владеет богатейшими приисками и нефтеперегонными заводами, танкерным флотом и нефтепроводами. Несколько случайно попавших в его руки скважин на востоке Техаса превратились сегодня в огромный бизнес. Нефть – национальное богатство. Добывают ее сотни тысяч людей. Почему же она должна обогащать всего несколько человек? Почему те, кто ее ищут, добывают, перерабатывают, всю жизнь должны биться в тисках нужды, а малограмотное ничтожество, карточный шулер, игрою слепого случая, завладевший нефтеносными землями, может эксплуатировать соотечественников, обворовывать общество? Потому что таков закон капиталистической Америки. Насколько мне известно, я бы умер с голоду при недельном доходе в миллион долларов. Какой же степенью бесстыдства надо обладать, чтобы заявить такое? Миллион долларов в неделю для него – грань голода. Трем удачам обязан Хант своим богатством. Во-первых, тому, что он случайно карты выиграл нефтяную скважину. Во-вторых, то, что скважину эту наугад, наобум пробурил одиночка-старатель в восточном Техасе,
тогда, когда никто и не догадывался о том, что это один из богатейших нефтеносных районов мира. И, наконец, в-третьих, тому, что хан действует в области добычи нефти. Нефть – это не только кровь промышленности. Хантова нефть сегодня в топках американских кораблей, бороздящих чужие воды. Хантова нефть двигает летающие крепости, несущие смерть и разрушение. Хант – поставщик двора его пентагоновского величества. И нет сегодня в Америке бизнеса более выгодного. И это состояние взросло все на той же почве. Бизнес на крови. Стремясь казаться респектабельным, этот человек без роду и племени подделывается под стиль техасской старины. Он завел огромные стада, ковбоев, наживается на скототорговле. Купил он по случаю и фармацевтическое предприятие. Лекарства в Америке очень дороги, и мимо такого выгодного дела, как нажива на беде ближнего, хан, конечно, пройти не может. Но главным остается нефть. Рамки Техаса ему уже давно тесны, и он рыщет по белу свету в поисках того, что плохо лежит. I don't care much for travel. I have traveled some, but it was always for a purpose that I was going somewhere. I made a tour of South America back in 1956, and I got quite a good insight into each one of the governments. Я не очень люблю путешествовать. Езжу я немного и всегда с какой-нибудь определенной целью. В 1956 году я совершил путешествие по Южной Америке, и я хорошо присмотрелся ко всем правительствам. Присмотрелся Хант во время своего путешествия не только к правительствам. Присмотрелся он и к чужим богатствам. Маршрут его был выбран не случайно, и пролегал исключительно по районам, богатым нефтью, по странным районам. Он присвоил богатство не только принадлежащее ему, принадлежащее американскому народу, он присвоил нефтяные богатства Латинской Америки, Ближнего Востока. И когда совсем недавно стало известно о открытой большой нефти на Аляске, то среди первых, кто попытался прикарманить и эти богатства, был, конечно, Гарольд Хант. В конце прошлого года на Аляске состоялись торги, на которых распродавались нефтеносные земли. Туда слетелись, подобно воронью, Рокфеллеры и Меллоны, представители техасских и калифорнийских нефтяных компаний. Ну, естественно, явились и представители Ханта. Правда, тягаться с Рокфеллерами не так-то просто, и поэтому Хант заключил союз с другим нефтепромышленником, нам уже известным, нашим знакомцем по этим очеркам этой серии, Полем Гетти. Вдвоем они и вышли на эти торги. Ну, о размерах их приобретений можно судить по одной только сделке. Один из 100 нефтеносных участков, который тогда продавался, за этот участок они заплатили 72 миллиона 300 тысяч долларов, уведя его прямо из-под носа у Рокфеллеров, дав на 200 тысяч долларов больше, чем Рокфеллеры. Это их был бизнес. Ну, вообще, надо сказать, что современный бизнес – это штука сложная, требующая большого опыта, немалых знаний. И у вас может возникнуть вполне естественный вопрос. А как, собственно, Хант? Малограмотный человек без всяких специальных знаний может руководить таким огромным бизнесом. А никак. Он им не руководит. Дело в том, что талант в Америке – это тоже товар. Такой же, как, скажем, штаны или макароны. Его можно продавать, можно покупать. Можно быть дважды умным, трижды талантливым и всю жизнь горе мыкать у чужих денег. А можно наоборот –
не иметь ни ума, ни таланта, но иметь деньги. И покупать и таланты, и чужие мозги. Хан так и поступает. Несколько десятков лет, получив нефтеносные земли, он нанял группу специалистов во главе с таким Сиднеем Латамом, нефтяным инженером и финансистом, которые на него и работают. Распределены между ними обязанности по простому принципу. Вы работаете, я получаю деньги. Правда, Хан тоже очень занят. Свое время он делит между двумя занятиями – политикой и азартными играми. Хант и политика, Хант и американский фашизм, Хант и кровавые заговоры, преступления и убийства – это тема следующих очерков, и об этом у нас еще будет случай поговорить подробнее. Что же касается азартных игр, то к ним Хант относится более чем серьезно. В его кабинете шкафы, в которых собраны родословные всех породистых рысаков американского континента. Отсюда по телефону и специально установленным телетайпом он отдает распоряжения, делает ставки, получает результаты заездов. Нет, став бизнесменом, Хант отнюдь не перестал быть игроком. Вы видите сейчас одно из самых крупных предприятий американского игорного бизнеса. Знаменитые ежегодные дерби в штате Кентукки. Раз в год со всей Америки съезжаются сюда любители пощекотать себе нервы крупной игрой. Среди игроков и Хан. По его собственным словам, сумма его ежегодных выигрышей на бегах около миллиона долларов. Впрочем, хотя и редко, но бывают и проигрыши. До сих пор Хан сокрушается в связи с казусом, когда потерял ставку $300 000 за раз. Сумма, достаточная для безбедного существования в течение года 100 семей американских тружеников. Если бы эти благородные животные знали, сколько бесчестных махинаций и низменных страстей связано с этим зрелищем, они, пожалуй, бы сошли с круга. Страсти, которые здесь бушуют, чаще всего отнюдь не спортивного свойства. Огромные ставки, многотысячные выигрыши и проигрыши – вот что такое дерби в Кентукки, вот что подогревает эти страсти. Здесь тоже бушуют страсти, такие же, как у тотализатора или у рулетки. Азарт алчности. Это операционный зал фондовой биржи на Уолл-стрите. Здесь тоже делают ставки, только больше. Здесь тоже осуществляют махинации, только более опасные. Здесь играют жизнями миллионов людей, ставят на кон судьбы народа. Нет, азартная игра в жизни начинавшего карточным шулером Ханта не случайность, не хобби, как не случайная, а закономерная биржевая игра и ажиотаж в капиталистическом бизнесе. Это Джозеф Кеннеди старший, отец братьев Кеннеди. Годы, когда он был одним из крупнейших игроков на Нью-Йоркской бирже. Именно здесь, в этом биржевом зале, в начале 30-х годов было положено начало огромным богатством семейства Кеннеди. Семейство, с которым много лет спустя вступит в смертельную борьбу вот этот. Внешне такой безобидный старичок, кормящий олененка в парке своего дворца на окраине Далласа. Как видите, история возникновения и этого, одного из крупнейших состояний современного капиталистического мира, весьма далека от идиллий, рисуемых буржуазной пропагандой. Ни талант,
не трудолюбие, а бесчестные махинации и зверская эксплуатация, да удача, одна на десятки миллионов. Вот что лежит в основе этого богатства. Но капитал Ханта – это не просто капитал. Это финансовая база многих фашистских организаций современной Америки. Это разнузданная военная, грязная антикоммунистическая пропаганда, заговоры и подкупы, политические убийства. Какие? Об этом у нас пойдет речь в следующих очерках.